Сварщиков международного уровня будут готовить в Атырау. В рамках реализации поручения главы государства о бесплатном техническом образовании на базе высшего колледжа открыли новый учебный центр. Талгат Утигулов расскажет об этом подробнее. При выборе учебного заведения для нового центра ставку сделали на передовые методики и технологии. Высший технический колледж Атырауской области имеет богатый образовательный опыт и давно сотрудничает с зарубежными партнерами. Основное отличие нашей образовательной программы в том, что практическая часть занимает до 93% от всего учебного процесса. Сама программа разработана по стандартам Международного института сварки и аккредитована Казахстанской ассоциацией сварщиков. К обучению уже приступили 30 учеников. За 4 месяца из них сделают высококлассных специалистов. Я хочу получить профессию сварщика и обучиться всем тонкостям этой профессии. Работа нелегкая. Я должен освоить несколько видов сварки. Самое главное, что мы получим дипломы международного образца, устроиться на работу с которыми будет намного легче. Для трудоустройства выпускников здесь уже подписали ряд соглашений, как с отечественными, так и с иностранными компаниями. Талгат Утигулов, Тимерлан Султангазиев, Атырау, Хабар 24.